Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир. И мы продолжаем проходить Европу. Так. Вот, немножко беспорядки еще присутствует. Надо подождать, пока этот национализм спадет. Ну, было 18. Сейчас уже 18.5. Сейчас уже 18. Тогда, в принципе, можно будет забирать войска. Можно... Хотя нет, да. Можно подождать, вон, 30%. Должен спасть этот национализм. Да и вот растет наше преклонение. Так, королевская стража. Добавить новую крови. Национальные беспорядки. Не, возьмем пока престиж. Пусть будет. Присоединяю я Чиму. Вон, когда они там будут уже наши. В 72 году. Знаете, что мне не нравится, когда присоединяется? Что автономия 75%. Ну, что поделаешь. Реку-то восстанавливаем потихоньку. В принципе, советника еще брать. Не особо-то хочу. В принципе, очки у нас нормально растут. Технология. Улучшение отношений. Ну, слава богу. Так, надо с ними. А, тут уже до предела улучшено. Давайте претензии тут у нас есть. Тут у нас нельзя сделать. Да. Кого-то будем вассали тут разберемся. Кого-то присоединять. Так, заговор против правителя. О. Заговор вождя. Так. Так, это какая провинция? Айавири. Ну давай это горы. Сейчас отведем туда нашу армию. Сейчас его в яму Санка-Канча закинем. Сразу успокоится. Местные беспорядки ниже, авторитет поднимется и автономия будет снижаться быстрее. Так, все, закрылась. Можно на всякий случай сделать претензию. Какая разница? Хотя... 40 очков. Не так уж это и дорого. О, скиту закончилось перемирие. Тут у нас еще. А, тут у нас тоже. Так. Немножко беспорядки в чарке. Тут. Так. Две мужчины и женщины. Ой, бомба.
Так, где это? На 5 лет. Беспорядки минус 11, да? Ну? Авторитет поднимем. В принципе, можно. Организуем браки. Вот так вот. Так, как тут? О, видите, спала еще на 0,5. Еще немножко подождать. И можно, в принципе, начинать войну против Кито. Так, сколько мы можем уже держать? 15 тысяч уже можем содержать. Сейчас возьмем. Почти. Почти тут набралось. Так, торговля. Нормально. Еще было тут взять важный торговый центр. Тут у нас 52%. Да, 54 даже. Нормально. Тут видите, какая-то держава открылась. Мапуче. Так, все, нету беспорядка. А, 14 тысяч только. Да, да, вижу, вижу. Что это тысяча немножко не в попад. Ладно, идем сюда и посмотрим, есть ли мы объявляем войну Кито. Дело идет на их стороне. Хорошо, значит, это их проблема. Так, а тут 15 тысяч. Можно? 14. 20. А, беспорядки опять. Давай 1000 сюда. Так, и объявляем войну. Так, сохранимся. Конечно же. Вассалы, вассалы. Нормально. Денежки приносят. Значит, они нам помогать не будут. Так. Задание вассалам. Осады. Пока не уступили, все уступили. Так, чьим задание сюда? Кахамарки сюда. Тут я сейчас разобью.
Это 1000 пойдет сюда на осаду. Гарнизон 1000. С 1 25. Не успевают. Хорошо. Так, оставляем 1000. Останем тут. Кахамарка. Так, оракулы предсказания. Так, извиняюсь, отвлекает немножко. Так. Возьмем вот это. Отправимся к великому оракулу Пачакамак. Так, есть и стабу поднимем, может беспорядки спадут. Чан-чан идут. Ну зачем вы идете в чан-чан? Шесть тысяч укита. Так, отправляем тогда 1000 сюда. Тут 1000 скоро дойдет сюда. Сейчас пойдем вверх. Раз такие приколы. Так, отлично. А тут идем сюда. Так вот. Будем сейчас воевать. Технология какая? Военная. Боевой дух армии. Земляной вал. Сколько стоит? Пока не хочу брать. Нету необходимости такой большой. Ух ты, их 8000. Так, а ну-ка. Чима. Поддержку сделаем мне. Короче, вы поддержку будете мне организовывать? Даже не собираются. О, интеграция другой державы. 13 мая, 12 мая. У нас лимит превышен, конечно. Когда мы придем так, 16 мая, 23 мая. Это 7 дней. Сейчас уменьшу скорость. Это где-то 11 числа, да? Да, 11 числа. Так. Хорошо. Мы сделаем претензии сюда еще. Пусть будет. На всякий случай. Так, одновременно придем. Немножко превысили мы сверхлимит. Вот видите, автономия 75%. У нас уже торговля увеличится.
Так. Эймарская партия. Так, что там по экономике? Минус 7, да? А, по лимиту армии. Ох ты ж. Нам 15 только можно содержать. Сейчас разберемся. Этих сюда, этих сюда. Эти сразу атакуют. И эти идут на подмогу. Так, тут оставим 1000 на осаде. Тоже идем. Замочим вражескую армию и распустим вот эту армию. Пополам и сюда. Так, спор на границе. Ну хорошо, но нам уже особо и не нужен этот спор. Так, жители сжигают волнение в Яуя. Так. Семь полков останет, да? Революция в земледелии. Рекруты. Базовый налог. Вот рекруты нам нужны. И базовый налог тоже. Сейчас посмотрим, где это. А тут базовая новая двоечка, рекруты. Ну, в принципе. Автономия тут присутствует. Давай на рекрутов. Рекрутов немножко не хватает. Так, тут везде нужно поставлять по 1000. Или по 2 армии. Выводить отсюда на чтобы раздать этим националистам. Конечно, я вот эту 1000 еще забрал. Пусть они там пополнятся. Ничего страшного, там та осада. У нас все-таки было больше. Так, я отправил наших бойцов сюда. Что у нас авторитет уже почти 100. Так, сохранимся на всякий случай. То вдруг нам надают по мозгам. Такое тоже может быть. А для того, чтобы такого не было, надо взять боевой дух. Можно уже строить земляные валы, да?
такое. А какое у меня задание сейчас стоит? Потоси у чарка забрать. Ага. Ну, заберем. Так, есть боевой дух у нас уже побольше. Где это там? Поглянуть. 2,9. Давай, бьем на всех. Нравилось. Ты смотри, больше сотки не набирается. Вроде. Сейчас посмотрим. Хотя нет, тут осадный генерал. Надо его ставить на осаду. Так. Пусть идет. Осаждает. Тут надо беспорядки немножко подавить. Я вот боюсь сейчас реформу проводить. Так, есть. Взяли. Идем дальше. Чтобы восстания не было. Такое я читал, что там возможны восстания, когда мы будем проводить реформы религии. А, это еще мир должен быть. Да. Так, отлично. Так, вы идете на саду Киту. А вы домой. Сюда. Так. И подписываем мир. Суила. Мой вассал. Нет. Не согласны. Так, а вот так согласны, да? Вот так не согласны. Ну ладно, сейчас завассалим вас полностью. Раз такое дело. Не осадный генерал. Смотрите, генерал у них вообще просто застрелиться можно. Единичка натиска и все. Бывают же и такие. Так, денежка капает. Военные репарации дают. Золото добыча. У нас, блин, инфляция, наверное, растет. Да. Так, свободен дипломат. Новые отношения лучше. Так, давайте. Она так хороша, 42%. Так, горы. Ага. Горы дают к защите крепости. Так, споры о торговой политике. Легитимность уменьшится на 10. Так, экономика. Торговля. Поднимем меркантилизм. Легитимность и уменьшилась, но ничего.
здесь наконец-то взяли пробку. Какие-то тоже взяли. Так, вот этих надо еще будет завоевать, ребят. Вот тут есть 100%. Тут высокогорье, тут горы. Уже анимизм, да? Какие-то такие себе пробки. Нам бы проложить дорогу вот сюда, завоевать вот это племя, понемножку двигаться на то побережье. Да, больше сотни оно не поднимается, а жаль. Так. Мир. Стоп. Дипачков, и там кто-то обидится. Два вассала, отлично. Так, и сейчас армию соберем всю вот тут и проведу реформу. Мы никого не можем взять с соперника. Да. Легитимность растет. Задание мы выполним. Очерку. Хотя, может, пока... Пока будем ждать, может, какое-то новое придет нам, более такое задание. Так, тут 112, 4, вот, надо заключить один брак. Угу. И отношения улучшить. Отзываем. Так, улучшаем. И тут улучшаем. Так, и попробуем провести сейчас вот эту реформу. Ой, забываю, тут 15 тысяч не может быть. Это провинция, а только вот этой. Так, сохраняемся. На всякий случай. Сейчас узнаем, как проводится. Что я возьму? Легитимность, боевой дух армии, стоимость национализации, колонисты, скорость восстановления рекрутов. Колонисты я хотел бы взять. Понизит стабильность на 2 и ведет гражданскую войну. Авторитет уменьшится. Восстание. Так. Ну, значит, идем подавлять. Раз такое дело. Там джунгли, конечно.
Так, может союзники ко мне присоединятся? В принципе, бьем противников. Так, колонист. Вот и отправить. 1000. Можно наемника нанять. И куда я хотел бы отправить, так это вот сюда. А, сюда пока нет, да? Ну, давайте вот сюда. Ласку. Пусть будет. Так, прилично потеряли. Ну ничего, идем сюда. В принципе, что у нас сейчас? Так, есть колонист, уже есть. Так много на колонию уходит. Перспективный купец. 204 колония содержится. Какие-то крестьяне стали в Кахамарке. Думаю, разобьют их. Так, блин. Хорошо осаждают. Тут прибрежная пустыня, но в принципе так более-менее. Так, разбили. Еще потеряли бойцов. Снабжение 27. Классная провинция. Так. Пять монеты отжираете, да? Сейчас немножко восстановим нашу армию. В принципе, реку тут у нас уже побольше. Блин, горы. Ноября. Наемников нанять немножко. За 2000. На всякий случай. Это как-то вассалы не очень. Это какие-то вряд ли поможет. Так, соединяемся и... Блин, может взять... Ну ничего, мы, если что, отобьем. Так. Все, погнали. Значит, колонист уже будет свое дело делать. Потихоньку. О, Кито пошло помогать. Укрепить провинцию Куску. О-о-о. Присоединить державу Кито. Так, Куску укрепим. Военные традиции получим и рекрутов. Хорошее задание. Люблю его. Так, назад. Вот, строим. Такое зданиеце. Блин, ну вы шли помогать, шли и не дошли. Охренеть. Спасибо. Так, советник умер. Помощники хреновы, блин. Добей их уже ж. Да бог ты мой.
А, надо было еще, блин, 1000 из гарнизона взять, блин, да. Как-то не подумал. Так, сейчас я вот этих... Что у нас тут? А нет, они почти полные. Ну и чё вы не атакуете? Еще один отряд наемника возьмем. Попробуем опять разбить их все-таки. Сволочи, блин. 5000. Так, в атаку. Блин. Союзники. Ау, Масава. Блин, нет слов. Наконец-то. Повстанцы там вылезли. Давай выделим наемников, посмотрим, что там. Наверное, один отряд распустим, чтобы меньше отжирали денег. Там пусть работают. Странные какие-то васавы, знаете, честно говоря. И может это вот это надо было выставить, чтобы они мне как-то помогали. Ну так-то так, знаете. Так, убил один брак. Скорбящие семьи. Число рекрутов. Куску. Минус 2. Так, ну хорошо. Куску. Какой там порядок? Минус 10. Это на 5 лет, да? Куску. Нет, 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 рекрутов не хочу. Тяжелая утрата, только вкус. А нет. Это и в других. Я думал, это будет в этой провинции Куску. Это во всей нашей державе. Хреново. Везде почти. Так, а может я подниму стабильность? Сколько стоит? 104, да? Так, разгромить повстанцев. Меньше одной. Престиж поднимем. Число уставших провинций. Давай разрубим повстанцев. Так, и давай стабу возьмем. Надо было доход от налогов взять, а не беспорядки. Ну, ну ничего. Сейчас будет
Вот, у нас беспорядки снижаться дальше. Так, есть, выполнили задание. Так, укрепить провинцию Чимботе. Что получим? Рекруты и военные традиции. Это где она? Конечно же. Берем это задание. Так, и этих ребят распускаем. А эта армия идет вот сюда. Да, вассалы какие-то странно немножко. Не хотят помогать. Так, и надо будет потом 1000 еще выделить и тут охранять от этих поселенцев. Ух ты, прирост плюс 10 в год. Сколько они будут расти? Да. Чувствую, мы так... О, эти переселились, видите? У них там одна провинция, и они переехали. Ну и тут, соответственно, доход от налогов снижен. О, кольчаки. Потеряли провинцию. Видно, воевали с чаркой. Так, великий храм Чан-Чан. Не, автономия мне не нравится. То на 5 лет. Так, какой провинции Чан-Чан, да? Так, идем сюда. Там горы. У нас 130 уже прирост. Политика невмешательства. Куэнка. Так, что-то знакомое Куэнка. А вот. Рекрутов 0. Базовое значение 50. Доходы, доходы есть. Ну давай налогом обкладем их дополнительным. Будет денежек больше. Так, а тут мы в той регион торговый мы еще не влазим. Так, тут армия идет. Повстанцы там немножко бушуют. Пока 30%, да? Так, подходящая жена для наследника. Жрецы Инти дали понять, что Хубскар Ханан должен взять свою сестру в главные жены для того, чтобы угодить богам. Но ее предки и даже сам бог солнца женились подобным образом внутрисемейно и сохраняли чистоту родословной. Мать мальчика, однако, отказывается слушать это и не хочет давать согласия. Правильным выходом из этого конфликта будет спросить совета у нашего предка у мумии, являющейся главой нашей панаки. Авторитет уменьшится, а так увеличится, ну, нестабильность пойдет. Так, а какой у нас наследник? Ну, такой, более-менее. Посоветуемся с предком. Отказ Маукуи.
Через жрецов Панаки мумия, являющаяся главой нашего рода, ответила, что она не одобряет предложенный брак, поскольку ее власть не приложена, брак наследника с его сестрой невозможен. Ну, хорошо. Так, то так. Так, а сколько восстанет? 6 тысяч, да? Тут горы. Хорошо. Так, и, наверное, всем вассалам поддержку. Может, тогда они пойдут? О, да, идут. Уже не идут. Видят, что мы сами справились. Надо пойти тут беспорядки придавить. Ну ничего, в принципе, терпимо произошло вот это восстание. Ну тут как тут? Беспорядки минус 7. Минус 7,5. Митмаки хоть хотят домой. Так. С завоеванием новых земель мы столкнулись с группами людей, насильно переселенных в качестве митмаков из одного региона в другой, их бывшими хозяевами. Поскольку митмакам не позволено менять манеру разговора и одежду, а все свое имущество они должны брать с собой. Эти люди никогда не прекращают тосковать по своим исконным домам. Как это обычно бывает, их родная территория также находится под нашим контролем. Поэтому к монарху Тупаку была послана делегация из митмаков. Она утверждает, что их уаки сказали им вернуться и просят снять с них обязательства. Так. В порядке. Так, Пуно и Тумбус. Так, они хотят вернуться в Пуно, да? Двоечка базовый налог. А Тумбес. Это отсюда вот двоечка. Ну ладно, пусть возвращаются. Снизится, конечно, но тут увеличится. Тут меньше автономия. Больше денежек, соответственно. Кстати, мы можем нанять советника. Доход от налогов 5%. Или вот этого военного. Я, наверное, на админку. Хотя тут дисциплина плюс 5%. Что довольно-таки неплохо. Денег нам хватает. Но дисциплина. Число рекрутов плюс 10% то толку. Давай на дисциплину возьмем. Пусть будет. Так. Что это значит? Разоблачили. Мы же там ничего вроде бы не делали. Так, у чапки 7000 вижу. Ну, неплохо. Ну что, мы рекрута восстановим и наваляем. Так. Катоси, людские резервы. Киту присоединить, но это еще рано. Людские резервы я пока не восстановлю. 100%. Так, уже 18 пауков можно содержать, да? Хорошо. Корабли нельзя строить, так как мы примитивная нация. Так. Ну, тут тоже ничего такого не сделаешь. Автономию так просто не снизишь.
Да, тут растет эта штука. Надо, наверное, скорость восстановления рекрутов плюс 10% сделать. Хотя боевой дух армии тоже неплохо. Читал, что вот эти бонусы у тех центральноамериканских племен майя ацтеков, что они более покруче, чем у меня. Ну, соответственно, там и последствия принятия этих реформ намного тяжелее. Так что вот так вот, Кахамарка. Давай-ка тебя скоро будем присоединять. Только пройдет вот этот модификатор. В 80-м году мы присоединим Кахамарку. Так, влияние 70 дипочков. Там кот наплакал. Присоединим их. Потом Киту. Конечно, колония наша растет просто страшными темпами. Ну что поделаешь, беспорядки. Да, я знаю, 50%. Куда это они? Какие-то восстания у них. Только там немножко восстало так народ. Сейчас их разобьют. Так, вот мы сейчас установим. Так, укрепить Токуме. О, рекруты еще. Военные традиции. Так, Токуме. А, вот тут. Сейчас построим. Здесь будет 1,8 уже тут беспорядки. В принципе, вон национализм уже 14. Это еще тяжелая утрата пройдет, когда там она закончит действие в 80-м году. В принципе, не будет уже этих беспорядков. Дружественные войска стоят. Хорошо, что терпимость у нас высокая. Видите, 5,84. Еще бы нам на инфляцию что-то. 2% уже. Бесполезное развитие армии. Престиж. Так, 60%. Ну, скинем. Сейчас армия все больше и больше будет там. Это вполне реально. Так, лимит тут 2,497, да? Так, а тут, да, не можем мы пока еще туда добраться. Конечно, прирост поселенцев просто поражает. Да, так колонизировать не очень прикольно. Это надо какие-то присоединять и колонизировать вот тут, вот эту, например, провку. Тогда получим выход к Муиске. Можно будет дальше воевать.
Но для начала надо будет вот этих разобрать на запчасти. Так что я, наверное, пока прокручу немного время, восполню людские резервы, а потом уже начну какие-то военные действия. Как-то так. Угу. Что за задание следующее? Так, нет, это нет. Тихо. Так, ну давай. Эффективность производства. Можно поддерживать повстанцев. Вот больше прибыль у нас. Как-то так. Беспорядки еще присутствуют. Ладно. А пока всем спасибо за просмотр. И до встречи в следующей серии. Всем пока.